Тверской ФАС проверит стоимость топлива на тверских заправках. Федеральная антимонопольная служба проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Соответствующее поручение было направлено по итогам штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. Именно нефтебазы и заправки, которые происходят, находятся на территории области, мы будем проверять их ценообразование с точки зрения разобъема на все части составляющей цены, от покупки до хранения, сбыт и так далее. И будем проверять, нет ли в них монопольной составляющей. Уже сейчас мы видим некоторые результаты этой работы в том смысле, что цены на сетевых заправках пришли на уровень 21 сентября. Это для нас такая отчетная дата. По независимым поставщикам ситуация немножко иная, но мы по ней также в настоящий момент работаем.